Вот он, Юпитер, он справа. Ганимед еле-еле блещет. Ну хоть что-то. 8 сентября 2019 год. Харьков, 19:55 по Киеву. Ну, Ганимед более-менее виден. Сверкает периодически. Ни Европу, ни Иву я. Ну, он тоже что-то. Редко-редко. Блекло-блекло мерцает. Дымка. Треклятая дымка не дает совершенно нормально снимать. Вообще нет облаков на небе. Ну вот это марево какое-то. Ладно, Юпитер. Сейчас не про Юпитер, сейчас он про Луну. Вернее, про сближение Луны и Сатурна. Вон он, под 45 градусов вверх. Но на Луне даже не может сфокусироваться, потому как смотришь на Луну, а видишь, что она таком, ну, когда невооруженным взглядом, она в такой ауре, как будто у нее биополе какое-то вокруг нее есть. Куда ж ты делся, Сатурн? Я намерен тебя поймать. Бёх. Ну вот он, наш красавец. Ой, ну и тоже аппаратура подмигивает, подмаргивает. Один 1 400 000 000 километров нынче до Сатурна. Ну и как бы это в 10 раз дальше, чем до Солнца. А учитывая, что размеры совсем другие, аппаратуре можно сказать только огромное спасибо. Красота. Ладушки. Ладушки, ладушки, где были у бабушки? Луна и Сатурн. Подозреваю, что лучшего кадра и не получится. 20:00, 8 сентября 2019 год. Харьков, 50-я параллель, север.